И всем салют, друзья! За микрофоном я, Саня Играт, и сегодня вас ждет самый охеренный видеоролик. Присаживайтесь поудобнее, не забывайте прожать свой царский лайк и подписывайся на канал. Также напиши свой топовый комментарий, возможно, он попадет в следующий видеоролик. Для тех, кто впервые у нас в гостях, я играю на сервере Arizona GTA 5 сервер Mutant. Дружище, присоединяйся и ты. Ну, чтобы со старта получить халявные плюшки, не забывай вводить мой промокод ИГРАТ. И да, его можно ввести лишь до 3-го левела, так что не забудь об этом. А при достижении 6-го уровня ты получишь остальные очень дорогие подарки. Итак, с выходом нового обновления, кстати, если вы не в курсе вообще, вышло, да, обновление на Arizona, советую посмотреть, у меня на канале есть видео на эту тему, вот оно. Появились на арене дрифт-гонки с новыми трассами, и, кстати, новые же автомобили были добавлены, где вы можете также потренироваться как в одиночку, так и посражаться против других игроков. Можно делать, конечно, денежные ставки, и тот, кто набирает большее количество очков, либо там приезжает первый, зарабатывает и забирает весь банк именно себе. Это крутое нововведение, которое я вот вам сегодня в этом видеоролике покажу, как мы катались с ребятами, как и куда надо приезжать, где это вообще все находится и как это все делается. В сегодняшнем видеоролике вы все увидите и кайфанете вместе со мной. Дрифт-зона находится тут, на арене. У NPC вы можете либо присоединиться к какому-нибудь заезду, либо же создать свою собственную гонку. На выбор доступно 4 карты и настройки, позволяющие комфортно настроить свой заезд. Вы можете включить или отключить столкновение. Вы можете поставить количество участников, которые будут в вашем заезде. Также можете выбрать ставку, если вы хотите сразиться за деньги. И много чего еще другого. Кстати, в этот день я познакомился с ребятами GDM-щиками. Кстати, ребята, если вы смотрите этот видеоролик, не забудьте там в комментариях написать. И вам огромнейший, кстати, всем привет. И вот, чем мне нравится этот сервер. Что люди открыты к общению и всегда готовы тебе показать, там, рассказать что-нибудь, помочь, в конце концов. Если вы играли на других серверах GTA 5 RP, то вы 100% сталкивались с какими-то там гетеротащерами, которые за языком вообще не следят, упоминают все, что только можно, чтобы зацепить именно вас и убивают без какой-либо причины. Но играя именно на этом сервере, честно, ну, может, за 2 месяца, которые я тут уже играю, мне встречалось всего лишь 2 таких человека за все это время. И это не может не радовать. Реально, сервер, я не знаю, какой-то наполненный доброты. Поэтому, ребят, зову вас всех играть сюда. Не забывайте при регистрации вводите мой промокод. Он вам даст очень много полезных плюшек, денег и випку, с которой вы можете зарабатывать 2 раза больше и быстрее прокачивать своего персонажа. Ну ладно, ладно, это все, что касаемо вообще сервера, то, что там мои вот эти вот эмоции, это все мои чувства. Но, что касаемо дрифт, мне очень понравились новые карты, сами трассы. И когда ты катаешь именно вот компанией, время летит вообще незаметно. Это вот чисто от себя я вам говорю, как это чувствуется. Ты просто кайфуешь от всего происходящего, которое происходит. Потому что трассы реально похожи, как, допустим, фильм «Токийский дрифт». Вот есть какая-то вот в этом изюминка, которая меня именно зацепила. Поэтому вам советую тоже приехать сюда, если вы об этом не знали. Но вам нужна именно дрифт-тачка. Полный пак автомобилей, вы с ним можете ознакомиться на официальном портале игры. Полные автомобили, которые вышли, именно GDM-овские, вы можете туда зайти и посмотреть весь список автомобилей, которые вам стоит купить, чтобы приехать сюда и дрифтить. Но на GDM-тачках не обязательно дрифтить на арене, вы можете дрифтить и вне арены. То есть я уже об этом говорил в предыдущем видеоролике в своем, когда вышла обнова, то что нажимаете кнопочку G, и вы можете переключить свой автомобиль в дрифт режим и кататься по улицам города уже в дрифте. Ну а теперь я оставлю полноценную, наверное, вставочку, либо там какую-нибудь нарезку, которую я сделаю красиво, где мы с ребятами круто проводили время, как это вообще все происходило. Приятного вам просмотра. Блять! Подставу мне сделал, я вообще в кусты улетел. Ты где, блядь? Я уехал дальше. А, вот. А вот что-то происходит. Я думал, ты скажешь, что ты куда-то уехал. Не, я вниз, во враг.
Опа, три перехватки у меня фейлиша получилось. 3.5. Четвертая. Хорошо. Да ёб на тебя засмотрелся, ебать, синхронно. Ты видел? Да, да, да. Я тоже это, наверное, не так посмотрел. Вот это вот, блядь. Блядь, тут такое ощущение, тут что узенько, управление дрифтом, блядь, узенько, вообще по-другому ощущается. Да, потому что тебя надо стабилизировать. Выравнивать. Вот супра вообще на полу остановится. Хотя то в забор, то, блядь, в столбу. Я чуть придрачиваюсь. Но я особо и не пытаюсь там дрифтить. И получается. Вообще застрял? Прям жестко застрял? Ну, пока не получается выиграться. А, мы еще в горку не ездили. Как ты так застрял? Подожди, я снимаю. Там пиздец ржачно. Я снимаю, нахуй. Это ж как умудриться надо. Нормально. На бампере чисто. На ручке тебя. Я его на ручке взял. Блять, надо было дрифтить. Ладно, так тогда. Блять, опять. А я тебя не буду больше на ручки брать. Но на этой трассе сложнее дрифтить. Да. Ёбаный знак. Чё ты меня за яйцо взял? Я чё-то не понял. Ты у меня прозрачен, но почему-то... Он зацепился. Сейчас красиво мы с тобой прошли, я тебя могу. Я запорол, да? Нет? Нормально? Пойдет. Ну да, и весь забор я собрал. Нет, у меня вроде чисто проект. Добрый вечер. Нормально, нельзя. А, да, проезжал. А, да. У меня шорты есть. Блядь, куда? Пацаны! Нихуя! А, заберете, может, я назад отсюда? Может, короче, поехать и найди. А, вот, подожди. Тут, а, да, я понял, как тебе надо. Бля, тут охуенно можно дрифтить. Я хочу к тебе теперь найти. А тут ты подожди, тут же еще один мост на краю. Вот это место. Так. А, сквозь текстуру. Бля, наверх пободрее и по физе получается, чем вниз. Подожди. Наверх пободрее? Да, ну у меня лично так. Проще, да, сейчас, подрее. Сейчас я залечу. Почти. Я дома. А ты милый, отпустим. Нихуя, нет. Нихуя. Ой. Ты видел свой... Ты видел свой полет, блядь? Так я ж там был. Здорово, пацаны. Давай, такой охуенный момент. Пересрали, блядь. А, ты в обратную сторону, что ли, ехал? Я уже F-нулся, блядь. Хотел 360 сделать, а мы не развернулись. Бать, меня какая-то невидимая сила. Ебать, куда я улетел? Стоять! Пацаны, смотрите в конец текстуры. Просто сейчас смотрите в конец текстуры, где эта вот трасса заканчивается. Ну нахуй ты сюда приехал, блядь. Нахуя вы все сюда прилетели? Ой, бля, невидимая текстура. А, вот это она меня невидимая текстура откинула.
Знаешь, покрышками испачкал.